Масштабные земляные работы и ремонт дорожного покрытия. У вересні под час прямой телефонной линии до старшини Гомельского облвыканкама Владимира Дворника поступило несколько скаргов, которые тишились сферы жилево-коммунальной господарки. У вынику разные службы отримали от губернатора доручение. Наши корреспонденты разом с представниками облвыканкама и отказных организаций проверили, как были выполнены поставленные задачи. Это видео мы снимали амаль месяц тому, 11 вересня, раз два дни после прямой телефонной линии с Владимиром Дворником, на якую поступил зворот от жыхара улицы Нижней Гомеля Петра Курашова. Мужчина скардился на то, что побач с его участком после дождю с вода от водной канавы поднимается вода. Ранейшие звороты у отповедные службы застались безвыниковыми. Тому гомельчанин вырашил звернуться до Владимира Дворника. За месяц на Нижней выконали великий объем работ. Засталось только зробить земляную подсыпку с другого боку канавы. Работа проведена большая. То, что вывезли отсюда много мусора, но мусор этот скапливался годами, потому что никто канаву не чистил. Ее никогда не чистили. Немножко углубили ее, хорошо. Ну, вода эта, как говорится, грунтовая. Дожди не подтапливают, вроде бы наведен определенный порядок. И благодарю Владимиру Андреевичу, что работа с его посредством сделана нормально. Специалисты не только оперативно выполнили все работы, але и пообещали в дальнейшем сочить за парадком на этой территории. Оперативно силами специализированных предприятий были выполнены работы прежде всего по очистке береговой линии, углублению открытой водоотводной канавы. Также были произведены работы по удалению дикорастущей поросли, сухостоя, кустарников, также по косу травы, ну и наведению общего санитарного порядка на данной территории. Безусловно, мы планируем в будущем поддерживать должный санитарный порядок на данной территории с организацией некой периодичности уборки. Все звороты, которые поступают на прямую линию до губернатора, уважливо проверяются. Далее специалисты сочат за выполнением доручения Владимира Дворника. Причем это отбывается не только по телефоне, але и за особистым выездом супрацовников облвыканкама на место. После вырашения проблемы обовязково гутарить за утром звороту, каб доведаться, ти задоволенный человек выполненными работами. Выехали проверить, как выполнились работы по улице Нижней. Обратился заявитель о том, что канава, которая отводит талые и иные воды с прилегающих участков, не совсем очищена, что приводит к затоплению участка. Ну и, кроме того, участок находится не совсем в надлежащем санитарном состоянии. Значит, в течение месяца проводился ряд работ. Это и по наведению порядка на территории, то есть это покос травы, вырубка поросли сорной, но и про прочистки канавы. Еще один зворот подчас Вераснёвской прямой телефонной линии поступил от жыхара Гомельской улицы Петровского. Тут у дрэнным стане была дорога, и гомельчанин просил сделать ремонт яе покрытия, что и было выполнено. По поручению губернатора, после звонка к нему на прямую линию, силами городского дорожно-строительного треста по Советскому району был выполнен ямочный ремонт на ряде улиц частного сектора. Конкретно мы сейчас находимся на улице Петровского и пересечении Спортивного. Здесь вы можете видеть результаты работы дорожно-строительного треста по устранению критичной ямочности. Усяго подчас прямой линии старшиня облвыканкама Владимир Дворник принял 32 звороты. У основным яны тычыліся сферы жилево-коммунальной господарки, адукации, працаўладкавання. Крыху больш за палову телефонаванняў поступила с Гомеля. Нагадаем, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у квартал. Марина Джалая, Ігор Марышченко, телерадыокампания «Гомель».